Текстильный край будет сотрудничать с Янтарным регионом. В минувшую субботу состоялось подписание соглашения между Ивановской и Калининградской областями. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Соглашением предусмотрено сотрудничество в экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Участники соглашения создадут условия для установления и расширения торговых связей, развития предпринимательства. Разработан план мероприятий по реализации подписанного соглашения.